картину своей модели. О, так красиво! Восторг! Я еще здесь тоже образы, что я на картине. Так красиво! Очень. Давай еще. Первый слой – нанесение рисунка и имприматура. Я пишу свои картины с использованием имприматуры одного коричневого цвета – жженой умбры. Затем приступаю к покраске фона второстепенного плана. И вот наступает самая важная часть картины – проработка центральной девушки. Я сильно постаралась, чтобы отразить ее черты лица. Ее улыбка, как солнышко, освещает мир вокруг.